начинаем наш загадочный стрим. Загадочный. Прям такой загадочный. Очень загадочный. Загадочный он целиком полностью, потому что мы никак не могли придумать, короче, что постримить. Вот. И решили постримить загадочный стрим. Лети с Path of Progress. Так. Да. Все так и было, подтверждаю. Угу. Марина не даст соврать. Продолжаем играть в Лети с Path of Progress. Мы, если кто-то забыл, в прошлый раз прошли до конца обучение. Наконец-то. Да, да. И на это нам потребовалось всего-то пара часов в общей сложности, чтобы пройти обучение. И теперь мы официально, все законно, теперь все законно, мы можем начать просто играть. Наконец-то мы можем поиграть в игру. Тут, кстати, смотри, тут есть некий режим сэндбокс и есть компания. Мне кажется, интереснее компанию проходить. Да, определенно. 26 бросающих вызов и миссий, которые проведут тебя через более чем 100 лет литианской индустриальной революции. О, боже мой, это очень интригует. Да. Кстати, да, говоря. Фетхейм. Миссия первая. Фетхейм. Так. Фетхейм. Фетхейм, да. Задача. Какое-то скандинавское название. Как Нифельхейм. Хейм, вот этот вот Хейм, да, вот его как бы выдает. Задача наша состоит в том, чтобы 1200 рабочих в домах 8 уровня. Вот это заявка. Угу. И нужно в качестве, так сказать, дани уважения императору отправить ему 4000 единиц мяса. Значит, у нас cattle farming будет, скотоводство. Да, да, да. И описание... О, это, видимо, император. Не, ну не обязательно император. Короче, играем. Господи, играем. Совет какой-то там. You can control which resource are distributed. Therefore, may control the level of your houses. Так. Начинаем с нуля. Я, честно говоря, сейчас вот сразу опешил такой, потому что с нуля. Понимаешь? Ну да, прям с азов. Я что-то аж вообще как-то заволновался. И даже дорог нету. Кстати, дорог-то ладно, черт с ним. Я только что понял, смотри, это же плодородная земля. Да. Это же плодородная... Я думаю, мы знаешь, как поступим? Мы начнем, наверное, жилой квартал делать где-нибудь в уголке у нас будет жилой квартал, вот тут вот, да, допустим. А здесь у нас потом будут фермы. Производство. Да, производство. Фермы. Лодки. Так, и начнем мы с домиков мы начнем. И как бы сразу, знаешь, как бы сразу не прогадить момент, надо как-то их... С колодцами? Ну, с колодцами, да, и со всем прочим. То есть, как-то просто хочется сразу постараться учесть максимум всего того, что, в принципе, можно учесть. Вот. Ну, я построю, скажем, пока вот так вот. Потом... Построить два ряда, и потом уже... Да-да, я как раз так и хочу. Вот, смотри, я сейчас построю второй рядок, да, вот так вот. Так, мы... Вот так вот их соединим дорогами полностью. А запендюрим декор. Кстати, вот у меня есть вопрос. Вот народ идет. Вот как бы я просто думал, нужно ли будет там соединять как-то с краем. Нет, не нужно Нет, соединять. Они народ сами придут. Пришли сами, да. А сейчас нужно колодец построить. Я думаю, что под нужды эти мы вот здесь вот так вот сделаем. И поставим колодец вот такой вот. Он будет снабжать наш первый изначальный квартал. Во, изначальный квартал. Так, далее. У меня есть мысль. Ну, пока что инфраструктуры я, наверное, запариваться особо не буду. Что нам дальше нужно? В общем, что нужно домам, да? Нужно же исходить из этого. Ну, нужна еда. Нужно больше еды. Отлично. Им нужна еда, значит, мне нужно эту еду начать производить. Воды здесь нет. Хотя, подождите. Там есть совсем далеко. Чуть-чуть. Ну, это прям какое-то болото. Проще сразу, я думаю, начинать с ферм. Таким образом. Так, начинаем. Ну, я вот проведу вот так вот дорогу.
Вот такую вот прям дорогу-дорогу проведу. И начнем мы с фермерских хозяйств. Подождите, а где животноводство? Где животноводство? Вот, наверное. Ранчо, да. Давайте, наверное, сразу ранчо, что ли, может? Почему бы нет? Сразу мясо производить. Сразу... А, нет, подожди. А, не, не, вообще-то все правильно. Им нужно зерно, и они производят мясо. Все, в общем-то, ну, логично. Все верно. Поэтому сейчас мы построим зерно прямо напротив. Прямо напротив построим зерноферму. И не забывай про архитекторов. Совершенно верно. Сейчас вот я как раз построю архитекторов, а вместе с архитектором я еще построю амбар. Вот. Архитекторов вот здесь вот на краю леса. Построим. У леса на опушке жил архитектор в избушке. Прекрасный стих от Марины. Так, вот здесь построим еще одного архитектора и поставим амбар. Амбар, амбар, амбар. Вот, гренери. Да, построим гренери. И здесь же построим еще склад. Ну, нет, вообще-то, честно, не знаю. Наверное, все-таки здесь я построю склад. Я понимаю, что это плодородные земли, там вся фигня, но я думаю, что здесь прям сильно с запасом все-таки мне дали плодородных земель. Это в конце концов первая миссия. Вот. Так, ну давайте. Да. Нужен магазин, кстати. Ускоримся. Но они пока еще ничего не произвели для магазина. Хотя я думаю, что да, можно уже построить магазин. Спасибо, что напомнила, блин. Так, шопчик. Вот он будет здесь у нас, этот шопчик. И так. Ты хотел красивостей насадить? Да, да, да. Еще да, я да. хотел сказать, что в отличие от обучалки, в этих миссиях надо будет следить за бабосиками. Да, я тоже уже подумал об этом сам и поглядываю на этот счетчик. Так, и давайте наставим зеленых насаждений. Здесь вот так вот. А вот тут клумбочек. Вот тут будут синенькие клумбочки. Вот так вот, отлично. Мне кажется, что это просто чудесно. Просто чудесно. А больше еды хотят. Тут что, производство идет. Куда-нибудь складывают. Так, ну тут написано принимать, принимать. А, никто не работает в этом здании. Вот в чем проблема. Судя по всему, мало у меня населения. Слишком мало населения. Да, слишком мало населения. Давайте добавим еще домов. Вот, будем строить вот так вот. И вот так вот. Вот таким вот образом мы добавим еще домов. А, добавим к ним дороги. Конечно же, вот такие вот опоясывающие. И я думаю, что имеет смысл вот тут снести домик и построить еще один колодец, потому что лучше пусть, я считаю, будет лишний колодец, чем будет нехватка колодцев. Так. Это здесь, верно. Здесь тоже построим дорожки, чтобы людишки могли как-то по ним бегать до своих маленьких домиков. Так. Ну что ж. О, все, вот, смотри, смотри, смотри. Процессы запустились. Процессы запустились, народ пошел. Отлично, отлично, отлично. Во-во-во, товары начали возить. Замечательно. Дома, дома улучшаются. Так. Пошел процесс. Building needs access to washhouse. Нужна прачечная. Прачечная. Ну, нужна, так, так надо нужна. Построить. Сейчас, сейчас построим прачечную. Вот, вот тут вот у нас будет стоять замечательная прачечная. Да. Прекрасная прачечная. Сейчас будет со страшной силой все это все эти домохозяйства обслуживать. Я думаю, что еще на самом деле стоит с небольшим запасом построить экзорциста, потому что что-то мне подсказывает. Profitable veins. You may now import more copper from Sterhol. Ну, это какая-то фигня, окей. Это просто, просто новости какие-то экономические. Так, поставим экзорциста, потому что он наверняка пригодится в какой-то момент. Лучше пусть я столкнусь с ситуацией, когда экзорцист у меня уже есть, чем с ситуацией, когда он мне нужен вдруг. Вот, я так считаю. Ну, это действительно, да. Нужно так, предупреждать что? Эти дела. Больше бухашечки. Они хотят больше бухашечки. Ну, естественно. Но я это могу... Это же стимпанк. Да, насколько я понимаю, я могу производить... Хотя нет, у меня дистиллери как-то заблокировано.
Recently came back from expedition. Ну, что-то, короче, пришел кто-то из экспедиции, принес хорошие новости, народ доволен. Вот. Так. Да, у тебя же есть он на басту, которая фигачит пашечку. Да, оно делает пивасик. Да? Слушай, ну давай, давай действительно этим сейчас займемся. Я думаю, где-нибудь тоже на отшибе это сделать. Сейчас вот сделаю ответвление дорожное. Потому что нужно ветвить дороги. Так, ну я считаю, что нужно ветвить дороги. Вот у нас здесь вот так будет. Вот так будет соединим. А тут у нас где-то будет стоять... Где-то будет стоять вот это аббатство. Да, я думаю, что... Что? Император Вильгельм IV требует 1000 юнитов шелка, чтобы они были доставлены в течение 360 дней. Ну нифига вот себе! Вот это вот заявочка, надо вот шелковую заявочка. Фабрику строить. Надо шелковичную фабрику. Вот так вот. И я бы притормозила счетчик на самом деле. Ну этот... Времени? Дней, да. Я уже как раз притормозил. Там было X5, стало X2. Так, мне нужно... Берли фарм построй. Ага. А, ну это логично. На плодородной. Логично, на плодородной земле. Построим. Вот тут даже, допустим, можно построить, потому что цепляет в достаточной мере. Так. Trade routes to Hazelport. Торговые пути с Хезельпортом закрыты. Ну, бывает, но это жизнь. Так, здесь построим архи... О, я даже вот здесь вот сейчас такой аккуратненько так оп. Все, отлично. Архитектора тут построим. А, складские помещения есть. Амбары червячная есть. Фабрика. Да. Шелковичная фабрика. Верно. Где она? Только вот в чем вопрос. Вот она. Silk Farm. Это она. Silk Farm, да, можно строить где угодно, поэтому мы построим его. Что ему нужно? Им нужно то же самое сырье, что и пивоварням нашим, поэтому мы поставим еще одну ферму, производящую это самое сырье. Еще вот можно сюда. На складу сказать, чтобы они запасали шелк. Да. Это очень хорошо, это очень правильно. Хотя нет, ты знаешь, на самом деле шелк они будут запасать в любом случае, потому что шелк это только как бы материал, из сырье. Которого, да, из которого потом производится одежда. Так что пусть запасают потихонечку. Окей. А я построю еще домиков. Я построю еще домиков, потому что чувствую, что у нас уже скоро назреет нехватка рабочей силы. Так, поставим домиков. Да и тем более, что плохого в том, чтобы поставить еще домик. Я считаю, что ничего в этом плохого быть не может. Так. О, отлично. Вот я как раз могу построить два рядочка между ними. Сейчас мы проведем... Ну, во-первых, дорогу вот здесь проведем. Черт. Вот тут как бы нехорошо получается, потому что вот этот домик у меня без доступа к дороге получается как-то. Ну так сдвинь их, как бы, то есть снеси, поставь в два ряда дома. Ну я хотел декор между ними наставить, ну ладно. Ну... Декор можно как-нибудь, ничего, декор как-нибудь по-другому. Ждет все. Прошло 30 дней, тысячу шелка так и не доставили, говорит его величество. Так, все, теперь вот сюда. Дорогу снесем. Так, поставим новую. Отлично. Динат Мэна, что... Your reputation has been... Так что, уже так быстро год прошел? Ничего себе. Так я же говорю, притормози счетчик. Не, а я бы все равно не успел. То есть, ну, как бы у меня даже еще урожая-то как такового нет. У меня даже еще шелка-то как такового нету, что-то как я погляжу. Что-то не так, слушай. Эти ребята производят. Эти тоже производят. Ну ладно, разберемся потом. Потом разберемся. Я как бы не успел производство наладить так вот резко. Ничего страшного, я считаю. Ничего страшного. Так, что я хотел-то? Я хотел на самом деле поставить еще колодец. Вот. Здесь можно поставить колодец.
Можно поставить еще прачечную, но я пока не буду ставить еще прачечную. Думаю, что и так пока хватает. Так, во, вот теперь здесь производят. Ну, мне в любом случае все это дело пригодится. На самом деле, я вот сейчас что-то такой запарился. На самом деле, нужно же по большому счету вот следить просто за чаяниями моих ребяток. А они хотят побухать. Поэтому мне просто нужно строить еще дополнительное аббатство, потому что я думаю, что этих аббатств... Одно не потянет. Да, я думаю, что этих аббатств мне еще понадобится там энное количество, поэтому я даже еще сразу забубеню ферму соответствующую. Сюда вот так, оп, вторую ферму. Ну, не вторую, третью уже. Так. Так. Ну, что тут у нас... За что бы взяться бы вот сейчас вот я думаю. Newspaper, за архитекторов. Киоск. Архитекторов, знаешь. Юнитов шелка. Опять? Теперь 1500. Он меня на счетчик посадил. Да-да. Этот подлец посадил меня на счетчик. Так, где эти юниты шелка? 400 юнитов шелка у меня сейчас есть. Блин, ну вот хоть еще одну ферму шелковичную строю. Ну, да, придется, видимо, построить еще одну. Ну, это-то ладно, меня просто, знаешь, что смущает? Что вот я их, конечно, построить-то построю, мне не жалко. Но у меня вот денежка-то убывает потихоньку. Ну, естественно. Это не есть хорошо. У тебя же нету сборщиков налогов. Вот я тоже сейчас подумал, что надо поставить сборщика налогов уже. Надо уже заняться этим богомерзким делом и начать собирать налоги. Так. Я пытаюсь как-то с дорогами это все дело совместить правильным образом. Во, вот здесь нормально будет. Таунхолл. Мне нужна мэрия для того, чтобы хранить мои налоги. Да. Логично. На самом деле это очень логично. Так, таунхолл. Вот он, таунхолл. Такой таунхоллище. Так, куда бы тебя таунхолл поставить? А вот мне кажется, на самом деле, здесь чудесное место для таунхолла. Даже вот так вот, чтобы он как раз по дороге там и оказался. Я сейчас продолжу дорогу до таунхолла, и все. Отлично. Мне кажется, отлично. Прекрасно смотрится таунхолл такой, зеленое насаждение, все дела. Так, здесь есть у нас архитектор. Здесь вот меня смущает, что у нас здесь всего один архитектор. Я думаю, что нужно построить еще одного. Тут домиков там много. Боюсь, что один архитектор нифига не справится. Все. Второй. Ну, тут вообще-то еще есть. Ну, в общем, как бы хуже не будет. Хуже не будет. Так. Что у нас по... Есть что по шелку? 500 юнитов шелка. Так. Походу я что это? Опять профукаю момент. Так, вот это вырубить никак не... Блин, мэрию снес! Жесть. Мэрия дубль 2. Я пытался зеленое насаждение сбить. Ну ладно, что, бывает. Ну, случается. Ну, бывает, но это жизнь. Так, налоги, окей. Я думаю, что нормальный уровень. Так, везут товары. Кстати, а какова наполненность наших шелковичных ферм? Вроде бы нормально, вроде бы работают. Во, кстати, вот привезли шелк. 1100. Но что-то мне подсказывает, что я, конечно, не успею. Угу. Вот жаль, что не показывают там оставшееся время. К примеру. Но что-то мне подсказывает, что я не успею. Но в любом случае, я... Мне кажется, хорошо идем. Так, торговый центр поставим. World Trade Center. World Trade Center, да. Во, вот здесь вот. Почему бы не поставить его? Хотя нет, тут у нас будет продолжение торговых кварталов. Ну, как-то здесь, наверное, тогда. Давайте тут поставим. Вот тут вот прям. Я просто хочу посмотреть. Может быть, просто... Я опасаюсь, что он будет нужен для того, чтобы отправить королю. Собственно. Ну, кстати, возможно. Налазить торговые пути? Ну нет, ну я что-то заглянул, тут не написано торговый путь с королем нигде, поэтому пока не будем запариваться. Окей. Так, что там есть, что по шелку-то? 1300! Слушай, хорошо идем, на самом деле. Ждем урожай для того, чтобы новую партию шелка вырастить.
Гусенички трудятся. Да, гусенички трудятся. Производят из своей задницы веревки. Угу. Так, нужно продолжить жилой квартал. Да, я считаю, настала пора. Но сначала почитаем. О, доступ к театру захотели. Так, захотели развлечений изысканных. Захотели, видите ли, развлечений, да. Буржуазных. Буржуазных развлечений им захотелось. Вот вам доступ к театру. Ой, это так с коллектор. Это театр? Это так с коллектор. Это так с коллектор. А я и думаю, что-то не то. Да он лишним-то не будет. Да не-не-не-не. Пока не будем наглеть. Театр. Хотят театр, получат театр. Так, театр. Вот он, театр. Да. Театр. Я просто прочитал, начинается на Т, но наверняка театр. Так, все, у нас теперь есть театр. Во, поперли домишки. Домишки поперли. Театр шаговой доступности. Угу. Кстати, а что у нас? А у нас мяса-то не хватает, потому я что... Я только хотела предложить, да, тебе еще одну как-то... Да, пора. Скотобойню поставить. Угу. Скотный двор очередной. Так, посмотрим про что с шелком для начала. Животноводчество. 1300, но тут идет производство, поэтому есть шанс успеть. Тем более, вот, по-моему, везут... А, нет, это везут... Нет, вот везут привезли. Шелка. Везут шелка, да, отлично. Везут... You may now import more gold from state... Ну, это фигня. Меня интересует ситуация с шелками. 1500! Отлично! А как отлично отправить? Там есть какая-нибудь кнопочка выполнить госзаказ? Нет, я думаю, что... Вот, смотри... А, во, pay! Заплатить шелк. Все, я отдал ему шелк. Ага, отлично. Народ уходит. Ну, это нормально. Это постоянно так происходит. Ютенсилы нужны. О, поперло. А, так, ютенсилы. Где у нас тут медяхи? А меди-то там тут в нет. Центре было что-то. Ну, там просто камень. Меди как раз нет. Значит, то есть медь мне, судя пути по всему, да, нужно будет покупать. Это скорее не медь, а сразу посуду можно. А, нет, там же я видел где-то торговый путь, который про медь именно был. А ты посмотри, может, есть именно про посуду. Сейчас посмотрим. Так. Sell, это они продают шоу. А, так это... А, нет, это не я. Вот это я, Fatheim. Forward продает картоху. Это ничего интересного не продают. Эти что продают? Металл. А, нет, рыбу. И вот продают медь. Угу, отлично. Все, значит, нужно Стеренхолл. Так, это английское название. Открыть дорогу к Стеренхоллу. Покупают стекло и ювелирку. Ни того, ни другого у меня пока по понятным причинам нет. Ну, знаешь, кстати, ну, на самом деле ни того, ни другого я своими силами произвести не смогу. Trade with Hasselport available again. Так, окей. Что там с Hasselport в таком случае? Ну, вон он, нижний. Вон, Hasselport. Да. Он, рыбой, собственно, торгует. На то он и порт. Так, я все-таки хотел мясо-молочной промышленностью заняться своей, поэтому... Так, проведем дорогу вот так вот. Так вот, аккуратненько проведем дорогу. Здесь поставим зерноферму. И еще один скотный дворик. Вот скотный дворик, кстати, можно поставить и сюда. Для можно. Него жестких требований-то по плодородности земель как раз нет, и это замечательно. Так, ну все, по идее, наполненность мясом у нас должна улучшиться. Хотя, на всякий случай, я, наверное, забубеню-ка с профицитиком небольшим. Так, еще скотный двор. Ну, скажем, здесь. Сразу же архитектора. Просто потому что надо. И ферму. Такую вот. Все. Вот так должно стать хорошо. Теперь должно стать хорошо. Ну, я надеюсь. Так, домики. Чё им не хватает? Delivery from the shop. Видимо, на самом деле уже им не хватает, по большому счету, магазинов. Поэтому я построю еще один магазин. Похоже на то, да. Поставлю вот здесь вот магазин. Вот этим ребятам чего не хватает? Environment isn't pretty enough. Понятно. Заукрашать хотят. Хотят заукрашать.
Ну, заукрасим как раз. Ну, сейчас заукрасим. Оп, заукрасил. Смотри, сразу домики реально улучшились. Ладно, хорошо. Мне нужно делать посуду. Следующий шаг это посуда. Шестой уровень. Ну, либо еще можно квартал запендюрить дополнительный. Что, кстати, тоже неплохо, на самом деле. Но они хотят посуду. Ну, вообще, я, конечно, могу покупать за деньги, типа. Да, ты можешь покупать медь за деньги. Ну, мне придется, на самом деле, конечно, это делать, потому что особо вариантов-то у меня нет. Там просто поставить ограничение, сколько закупать. Да, император, кстати, доволен. Император цена... доволен нами? Цена 25 за соточку. Ну, я думаю, что вот где-то 1200 мы будем закупать, наверное. Ну, или давайте 800 для начала. Да, давайте 800 будем закупать меди. А, картоха и золото. Ага, то есть, в принципе, я на самом деле могу даже закупать у них золото, а потом им продавать ювелирку. Так это отличная новость. Угу. Давайте-ка тогда закупим еще, наверное, золотишко. Тем более, что золото, как ни странно, стоит столько же, сколько и медь. Закупим, так сказать, пробную партию золота и где-нибудь организуем ювелирный квартальчик. Ювелирный квартальчик нужен. Где бы можно было... А вот можно прямо у таунхолла ювелирный квартальчик-то и сделать. Джевелри. Закрыто почему-то. Угу. Слушай, ну я зато... Utensil Factory зато нужно поставить в любом случае. Потому что utensil мне производить надо по-любому. Так, ну, потому вообще, что требует. Вообще, я, конечно, вот здесь проведу, пожалуй, еще дорожку. Так, и вот мы как-то здесь продолжим развивать промышленность. Вот в этой местности. Вот. Да, мне кажется, так нормально будет. Так, и я могу поставить здесь Utensil Factory. Вот он будет тут стоять, вот Utensil Factory. Кстати, я могу еще тут провести дырочку. Вот, все, чтобы, если что, архитектор добежал. Так, фуф. Ну что, чем дальше займемся, Марин? Ну, а что хотят горожане? Правильно, чаяниями горожан. Ну, собственно, они хотят ютенсилы. Собственно, они хотят ютенсилы. Ну, мы подождем. Мы ждем медь, да, ждем медь, чтобы можно было... О, а они уже это... Уже как-то делают ютенсилы. Я только что подумал, что у меня всего один склад на весь город. И что-то мне подсказывает, что это, наверное, неправильно. Вот, поэтому я поставлю еще склад. Поставлю склад где-нибудь. Но вот здесь не хочется, потому что это как бы перекроет мне. Хотя, в принципе, вот так вот можно поставить, я думаю. Вот так вот поставим склад, а здесь вот дорожка потом пройдет сюда. И будет нормально. Мясо. Производят, но что-то как бы не сказать, чтобы оно прям скапливалось. Хотя, по виду его хватает. И медь все-таки есть, и ютенсилы есть. А в чем проблема? Почему эти ютенсилы не носят в магазины? Ну, еще не успели, может. Еще, кстати, да, на самом деле, может быть, еще действительно не успели. Так, у нас, кстати, 750... О, смотри, летит воздушный шарик. Торговцы прибыли. Да, прибыли. 100 вар. Возможно, привезли золото. Ну, правда, нафига мне золото, вот в чем вопрос. Я сейчас подумал, у меня же залочено почему-то джевелри. Хороший вопрос, кстати, почему залочено. Так, а давайте посмотрим. Ну, вот видимо, у меня есть... не нужно оно тебе. Может быть. Тогда это, давай-ка вот это вот дело-то выключим. Нафиг мне золото. Так, я могу начать делать одежду. Но я даже еще ютенсилы не могу доставить, поэтому делать одежду как-то кажется преждевременным. Почему-то кажется преждевременным делать одежду. А ты посмотри в магазин, открой. Да, я сейчас как раз и вот хотел. Посмотри, что там. Во-во, а нет. Так,
Подожди, а где тут у него? Вот это? А, да, и вот NCLS токинг. Ну, то есть они как отлично. Бы собирают. Ждем, таким образом, ждем. Меня больше смущает, что у меня как-то это, знаешь, средствов не так много. Вот что меня смущает. Так, медицина, все, это оказывается уже улучшенные версии домов, и нам пора заняться траволечением. Да, нужно теплиться сначала. Нужна тепличка, она у нас в индустрии. Гринхаус. Вот сюда поставим тепличку. Да. Да, вот сюда поставим. Теперь дракшоп. Да, теперь дракшоп. Дракшопчик. Это, кстати, что такое? Бейкер, пекаренка. Ранчо, нас... аббатство. Ой, простите. Виндмилл. Это вот из зерна мы можем делать хлеб. Но это позже. Это, конечно же, позже. А сейчас мы построим гербалистов. Вот здесь у нас будет гербалист номеро уно. И где-нибудь, честно говоря, даже не знаю. Гербалист. Ну, гербалист номер два пусть будет здесь. Не самое плохое место для гербалиста. Так, я хочу построить себе еще квартал. Хотя, с другой стороны, если мы расширяем население, то оно больше потребляет. А мне бы сначала с, там, с определенным четким количеством населения бы разобраться. Так, и мясо у нас все еще не склонно сильно скапливаться. Хотя, в общем-то, есть некоторый запас. О, какие домики. Нужно больше еды, говорят. Нужно больше еды. Нужно больше еды. Нужно больше алкоголя. Так, и еду тут идут в домики. Кто-то идет в домики, кто-то уходит из домиков. Так всегда будет. Так. Ладно, так. Со складами все окей. Гербалисты делают свое дело. У тебя продукты не копятся на складе. Да, я смотрю. Вот я уже обратил на это внимание. То есть у меня там есть некоторое количество. О, даже уже нет этого самого некоторого количества. Слушайте, ну, нет, там очевидно... Очевидно, надо или... мне нужно еще ферм, производящих, да. Производящих именно зерно. Я думаю, с этого следует начать в первую очередь. Тем более, что излишки этого зерна потом можно будет переработать в пекарнях. Вот я сразу три фермы дополнительно построю. И эти три фермы, в общем-то, по моему замыслу, должны меня обеспечить достаточным количеством, собственно, зерна. Так... Вот. Они потихоньку так, потихоньку, естественно, созревает все это. Так, а теперь, кстати, вопрос. У меня, судя по всему, недостаточное количество вот этого вот, вот этой вот зеленой травушки. Потому что у меня не Ты очень вот активно. Зеленый? Да, не очень активно у меня делают пивасик. А я вот думаю, вот шелк. Он тебе сейчас нужен вообще, нет? Да, я подумал Может над остановить тем, чтобы производство. Отключить производство, потому что пока они одежду не требуют. Пока они одежду не требуют. А когда затребуют, у меня уже там будет некоторое количество произведенного шелка. Ну да, некоторый запас. А сейчас все это дело пусть пойдет в пиво. Пусть пойдет в пиво. Так, и вот, вот смотри, вот действительно уже есть эффект. Мы уже можем наблюдать за тем, как начинает мясо появляться на складе. Может быть, не в каких-то, конечно, бешеных количествах, но оно, по крайней мере, на складе появляется. Это, мне кажется, уже замечательно. А не съедается работниками фермы? Да. Не потребляется внутри себя, так сказать. Так. Я даже, честно говоря, вот опасаюсь дополнительный квартал. О-о-о-о-о. У меня назрела необходимость построить еще одного экзорциста. Так, построим еще одного экзорциста вот здесь. Так. И с одной стороны хочется расшириться, знаешь. С другой стороны я понимаю, что вот я сейчас... Да, ну больше кварталов рабочих построить, больше домиков обычных, жилых. С другой стороны я понимаю, что если я сейчас их построю, у меня вырастет и потребление, как бы... А это усложняет процессы. Так, тут
смотри, у тебя в объективсах написано это отправить 4000 мяса императору. Да. Но это только второе задание, понимаешь? Я еще не... О! Так у меня и инхаб... Так, слушай, я на самом деле сейчас забубениваю дополнительный квартал. С красивостями. С красивостями. Не забудь красивости. Нет, нет, естественно, я помню про красивости. Всегда помню про красивости. Забубениваю дополнительный квартал. Вот так вот. Вот так вот. Вот, оставляя между ними пространство для красивостей. Берем красивости. Деревянные красивости. Нет, это двойные. Вот, вот зелененькие красивости. Зелененькие деревянные красивости. Так, дополняем все это окантовкой из дороги. Вот. А колодец. Я думаю, что хватит пока того колодца. Если что, они мне подскажут. Я бы поставила фонтан. Даже фонтан. Ничего себе. Ну давай поставим фонтан. И, пожалуй, магазин. Здоровенный фонтан, да? Такой. Да. Отлично. И здоровенный магазин. Сюда. Прекрасный здоровенный магазинище. И прачечную может. А, нет, у тебя там есть. У меня я есть, не заметила. Есть прачечная. Да. Я еще здесь, кстати, поставлю прачечную. Да, да, да. Вот я хотела туда попросить. Хорошее, прекрасное место для прачечной, на самом деле. Так, ну вот дополнительный квартал у нас есть. Вот чего, допустим, вам не хватает? Доступ к театру. Доступ к театру. Еще один так, театр. Еще а один. Вот хотя, рядом хотя с вот ратушей поставь, прямо... вот там вот на углу прям. Вот с одной стороны да, с другой стороны хочется здесь еще линию домиков построить. Тем более, что у них на самом деле они брешут, у них есть доступ к театру. Все у них нормально, видишь, они загоняются просто. Ну да. Зажрались просто-напросто. Ну, бывает. А вот посудка, да, вот посудка, да, я вижу, что у нас есть некоторая нехватка меди, поэтому мы, наверное, увеличим импорт в полтора раза, пока что. Я бы еще одного сборщика налогов поставила. Да, я, кстати, думал над этим моментом. Я хочу здесь поставить еще одну линию домиков. Вот так вот. А за ней декор. За ним медведи на велосипеде. Так. Здесь декор. И как бы, блин, даже не знаю, что дальше, что тут ни хрена не влезет. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Здесь зато мы поставим сейчас колодец. Вот так вот. Поставим еще, что сюда влезет. Архитектора. Вот что мы сюда поставим. Архитектора, экзорциста, сборщика налогов. Во, прекрасно. И прочие службы. Прочие, да, прочие муниципальные службы сейчас сюда понавтыкиваем. Гербалист влезет? Подожди, гербалист такой маленький. Ну давай поставим гербалист. Почему бы нет? Гербалист. И это кто такой? Театр, конечно, не влезет. Театр, конечно, не влезет. Ну ладно, что, не все коту банный день. Так, а тут мы, по-моему, не можем это все дело. Ну-ка. Я пытаюсь тут для театра место освободить, но все равно он нет, никак его сюда не влезет. Ставить не влезет. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Так, подвозят медь. Кстати, смотри, что у меня уже работничков-то достаточно большое количество, мы приближаемся. А, и я тебе мясо. Хотела еще сказать на будущее, что вот у тебя, видишь, ситуация, где скотоводческая ферма, и рядом постоянно вот бедные домики. Ага. Дома мне нравится соседство с этими, с полями, с сельским хозяйством. Угу. То есть следует их в будущем на некотором удалении строить. Смотри, на самом деле это, конечно, только предположение, я думаю. Да. Но... Потому что тут декора нет, понимаешь, поблизости. Вот у этих есть поблизости декор. А вот к этим он уже как бы... Хотя, может быть, действительно фермы влияют. Ну, просто видишь, тут он все-таки отгораживает их от фермы. Да, это верно. Нет, я согласен, что лучше, конечно, разделять. Я что-то тут как бы этот момент не продумал. Я вроде как изначально хотел, да, все это дело разделять. Но по итогу, конечно, не очень получилось все это прям разделять-разделять. Ну, ничего, посмотрим. Так, я думаю, что нужно построить еще один амбар.
назрела необходимость построить еще один амбар. Так, так, я тут еще смотрю какие-то такие вещи повседневные. Так, вот этим что не хватает? Ютенсилы. Ну, это, в общем-то, как бы над этим мы работаем. Это решаемая проблема. Да, это решаемая абсолютно проблема. Ну и да, надо амбар строить. Надо строить, да, амбар. Я просто прикидываю, где бы его построить. Да, по-хорошему, здесь и надо, тем более, что у нас тут еще место дополнительного в достатке. Поэтому поставим копать еще и копать. Амбар. Ставим. О, ух ты, как ты смотри, а. Так, я чувствую, нужно два амбара. Так. Потому что они как сразу стащили все это в амбар. Все вот это вот все в амбар сразу. Все вот это добро. Да, да, да. И сразу у нас. И сразу как завертелось-то, а? Процессы сразу завертелись у нас. Сразу. О, как. Засуетились, зашевелились. Так, гусенички умерли. Потому что долго не работали. Они ушли. А, да, да. Извините. Они их увезли на ферму. Так, что у нас тут? Мясо в достатке. Вот этот склад, например, заполнен мясом просто по горлышко. А, как интересно мне pay tribute? О, pay tribute, вы победили. Отлично. Вот и все. Я могу, видимо, либо продолжить вот прямо здесь типа играться, либо выйти и продолжить в следующем месяце. Продолжить это, видимо, просто. Да, типа играть здесь играть, дальше. Да, в песочницу. Да, 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 совершенно верно. Теперь играем в Хессельпорте. Здесь, конечно, что-то мне подсказывает, что здесь можно будет ловить рыбу. В Хессельпорте, всего, да, да. Который в прошлой миссии у нас продавал рыбу. Подожди, ли он покупал? Ну, неважно, сейчас разберемся. Продавал. Так. Точно продавал. Мне нужно 200 буржуа накопить в поместьях 4 уровня. И накопить 15 тысяч флоринов. Ну хорошо, ну хорошо. И советы. Если тебе не хватает денег, но твоя репутация все еще высока, император готов будет предоставить тебе займ. Госзайм. Госзайм, да. Но будьте осторожны, это понизит вашу репутацию. Вот так вот. Так, плей, играем. 200 буржуа. Мне нравится это. 200 буржуа.